увы, каждый из нас обладает ограниченными возможностями и ограниченными наборами знаний. Особенно это чувствуется, когда пытаешься анализировать такой сложный аспект, как социально-экономическое и политическое состояние целого региона. Понимая ограниченность своих возможностей по части аналитики в сфере экономики и социологии, мы пригласили на наш канал известного юриста и экономиста Рустема Шаяхметова. Очень надеюсь, что это пополнение в рядах открытой политики принесет вам пользу, вызовет интерес. А если у вас есть вопросы и дополнения к нашим эфирам, обязательно пишите об этом в комментариях, ставьте лайки, тем самым вы очень поможете продвинуть наш канал «Открытая политика». Учителя – это та профессия, которая создает наше будущее. И как живут учителя, так и во многом будет предопределено наше будущее. К сожалению, в Башкирии мы не можем похвастаться, что у учителей достойная зарплата. Когда я узнаю, что в Бурзянском районе средняя зарплата учителя 32 тысячи, я могу только сожалеть о том, что это произошло. Потому что, понятно, на эту зарплату невозможно нормально прожить, можно выжить. Вот. И если мы посмотрим, очень часто говорят, что зарплата учителей у нас в среднем соответствует уровню зарплат, среднему уровню зарплат республики, это тоже неправда. А у нас зарплата учителей на четверть ниже, чем указывается средняя зарплата по региону. Естественно, поэтому у нас уезжают учителя. Очень много уезжают в Москву, в Санкт-Петербург, на Камчатку. Дело в том, что в Москве средняя зарплата у нас чуть больше 40 тысяч, а там 112 тысяч. Если взять Санкт-Петербург, это на уровне 90 тысяч. И люди выбирают ногами. И наша молодежь из-за того, что у нас не хотят людям платить достойную зарплату, уезжают в другие регионы воспитывать там детей. И уезжают в первую очередь, конечно, и креативные, интересные учителя. Потому что там очень хороший, жесткий отбор. Там не берут всех подряд, там выбирают. И хотелось бы, чтобы все-таки в бюджете республики нашли деньги для повышения зарплат учителей, которые на 20% ниже, чем в Татарстане. Вообще Башкирия занимает по уровню зарплат учителям 49-е место. Это рядом с Саратовской областью, допустим, мы после Новгородской области. Это очень печально, потому что эти регионы более слабые по экономическому потенциалу. И вот эта дискредитация порождает сомнения в том, что наше руководство хочет успешного будущего нашего региона. We'll be right back.